Нашумевшее дело банкиров сегодня завершилось не менее громко. Заслушивая приговор, супруги обвиняемых просто не могли устоять на ногах. Судье пришлось прервать оглашение приговора. Только после того, как все успокоились, судья продолжила свое выступление. Касимов, Дауланов, Минайдаров, Алимжанов приговорены к 5 годам и 6 месяцам отбывания наказания в колонии общего режима. Ахметов и Жарбаев – к 6 годам. Всем назначена конфискация имущества. Напомним, в декабре 2013 года в Шардаре был ограблен филиал Народного банка. Похитители перерезали решетки на окнах, отключили камеры видеонаблюдения и сигнализацию, вскрыли сейфы и похитили 63 миллиона тенге. Впоследствии обвинения были предъявлены нескольким сотрудникам банка. Все родственники заявляли, что показания из подозреваемых в полиции выбивались силой. По этому поводу родственники даже перекрывали дороги в Шардаринском районе и давали многочисленные пресс-конференции. После приговора общаться с журналистами никто из родственников не захотел. Однако наверняка они будут подавать апелляцию.